Так, Григорий собирается в аквапарк. Так, ты телефон взял? Ой, телефон тоже. О, нич! Вот это гантели положила. Да. Ой, там выросла одна полторашка воды, сколько весит. Ну, для тебя, блин. Кто? А так кто на карате ходит? Ты или я? Ты. А, ну хорошо. Хорошо. Так, давай обувайся. Все, кепки туда ты положил сбоку. А да? Это документики? Да, документики уже у Кирилла Александровича. Папа. Смажу. Это такое, я не понял. Чего вы так рано, да? Еще раз доброго утра. 6:30 у нас. Я прямо одела уже штаны. Мы сегодня вяжем петрушку. Вот. Так что с утра у нас, конечно, прохладно. Сейчас смотрим, сколько градусов. 14 градусов. Это очень холодно. Так, ну что, чашка кофе у меня внутри, чтобы проснуться. Сейчас берем кофту, потому что, мне кажется, я там замерзла без кофты. Пока возьму такую тоненькую, потом посмотрим. Включаем свет с навесом. И выходим в этот холод. Боже, 14 градусов после 36. Это, конечно, круто. Тут роса вообще. Все такое трава, вся седая, вся в росе. Я утеплилась, мам. Так, у нас открытие сезона. Открытие. В общем, рабочий день сегодня. Сейчас пойду Афанасьевич-то уже, да, проснулся? Наверное, что он там как. Ага, это кто? Пошли, полежим, пообнимаемся. Побежали. Давай, давай. Ты уже проснулся? А что ты так быстро? Ты что так быстро проснулся? О, скажи маме. Ты выспался? Да. Ты в хорошем настроении? Куда тебе сегодня идти? Вагина. Вагина, да? Да-да. Так, открыли мы капот в машине. У нас тут аккумулятор. Уже надо новый покупать. Даже вот с одной стороны вроде как... И правда подвздулся, да? Подвздулся вот с этой стороны, так что надо ехать за аккумулятором. Сколько у нас, 3 года машина? Ну, Афоне 3 года, да. Сейчас как он расположен, фотка. Это точно. Вот это что, крышка на него была? Не, вон еще все. Это как раз у нас горячая пора, 1 сентября же. Ну, у нас же вроде бы мы со всеми расквитались по долгами, надо все. Да, аккумулятор на непредвиденные расходы, да? Да он маленький, пойди. Много не должен стоить. Еле сняли, он там что, стоял на креплении? Нет, подожди. Оба. А что там было? Просто он так долго стоял? А, нет, вон есть там, какой-то, да, флажочек, сюда, на котором он стоял. Ура, сняли. Угу. Надо покупать. Да. Торнадо. 12 вольт. 60 ампер. Так. Так, у нас 4 часа. Я сама дома, ну, вернее, родители приехали. В общем, мы в обед, я была сама дома, потому что Сержиня уехал. Так было скучно кушать, это просто ужас. Сейчас буду готовить ужин. 4:10 у нас. 10 минут у меня украл телефон. Представляете? В смысле того, что я просидела и даже не заметив, что 10 минут прошло. Ужас, теперь брала телефон подальше, не буду вообще его брать до вечера. Вот, сейчас мне нужно приготовить ужин. Не знала, что готовить, но потом решила, что возьму сейчас картошку в духовке с сосисками, с морковкой, с луком, с чесноком. В общем, все вот это вот намешаю и запеку все в духовке. Мне кажется, дети будут рады. И быстро, и вкусно, и недорого, и, в общем, все круто.
Все как я люблю. Вот. И еще нужно убраться на кухне. В общем, ждать мужа с детьми. Потому что я без машины, я их точно не заберу. Гришка в 5 вечера выезжает с аквапарка. Он уже звонил 2 раза. Он молодец, позвонил папе, когда 3, ну, получается, 1 раз сижу, не позвонил, что приехал, все хорошо, что они в автобусе покушали, все. Потом позвонил мне 1 раз, что они уже покупались, их разделили на 2 группы. Дети, которые умеют плавать, и которые не умеют плавать, и как и в пикник-клаб, то есть сенсей, сенпай, в общем, преподаватели по карате давали им команду, они заходили все в воду, и потом по их команде минут через 20, может быть, полчаса, я точно не знаю, в общем, вот время до получаса они выходили, грелись, потом их повели на обед, Гриша сказал, что они покушали, ему все понравилось, что-то там на 500 рублей, в общем, они пообедали, вот потом сказал, что там бесплатные батуты, какие-то там тренажеры, но я точно не знаю, я вообще даже в интернете на него не смотрела, на эту на золотую бухту. Но, в общем, Гришка сказал, что здорово, что он не пожалел, но я, в общем, ему кучу наставлений перед тем, как он поехал, с ним разговаривала о том, как надо себя вести, о том, что нужно вести себя прилично, чтобы опять тебя на следующий год тоже взяли в этот аквапарк. Получается, что в том году тоже ассоциация по карате выделяла. Или как это... Ассоциация, не ассоциация, федерация, вот федерация по карате выделяла деньги на поездку детей, в общем, и Гришка счастлив, вообще безумно. Ну, когда утром Сижуня отвозила, вот, то сказали, что в 5 вечера они будут выезжать, то есть дома они будут в 8, в 8:30, в зависимости от пробок, может быть, даже в 9, ну, не знаю, кто поедет встречать, потому что здесь у нас, получается, 8 детей со станицы, и вот трое, с которыми, ну, 2 мальчиков, ну, и Гриша, вот 3 мамашек, которые вот так вот общаются. Ну, то есть я и еще 2 мамочки. И, может быть, кто-то один поедет встречать и привезет, как бы, всех 3 детей. Ну, не знаю, мы еще это не обсуждали. Вот сейчас Сижуня приедет, и тогда мы все обсудим. Так, все, подготовка закончена. В общем, здесь картошка, специи, морковка замороженная, лук, чеснок, перец болгарский замороженный, сосиски. И здесь 2 утиные ножки, 2 утиных крылышка. И вот это сейчас все будет запекаться. Майонез, ну, соль, в общем, специи по вкусу. Думаю, что через часик будет уже готов ужин. Кто там приехал? Да приехал. Лошадка приехала. Так, мы ужинаем. Вот эту штуку я уже приготовила, картошку. С сосисками. Афоня, правда, мое мясо уже забрал. Это уточка башки Галина. Мама, я хочу майонеза. Майонеза не надо. Сметану бери. Кто это здесь у меня? Ты кто, Афонь? Афонь, ты кто? А ты кто, сына? Дед. Ты дедушка? Это папа. Ты дедушка, дядя Степа? Да. Антоха тут орехи ест. А где ты взял, сына? Сам папа. Папа тебе дал? Не, я сам набрал. А, ну как, они уже вкусные? Да. Как они называются, ты знаешь? Орехи. Орехи, ну они имеют название, не просто орехи. Это фундук. Я знаю. Как они называются? Пускай. Фундук. Правильно, это маленькие фундук, а большие называются грецкие. Грецкие. Да, вот эти фундук. Чеснокодавкой. Ва, молодец. Жарко. О, папа приехал. Это не папа. Папа приехал на нашей машине. Купил же он аккумулятор, а там нам какую-то ошибку выдавало. То есть все заводится. Пап, ну что, исправили ошибку? Ну, я не исправлять, не... А ты просто проехал? Да. Ну и что он? Все. Ну, в смысле, все само, да? Да. Без ошибки уже? Угу. А там ты еще дату ничего нам не настраивал? Нет. А то, короче, получается, первый раз заводим, да, у нас все время вентилятор, да, срабатывает? И бензина, кстати, нет. Надо туда заехать на заправку сейчас. А, уже горит же лампочка, да? Ага. Ну да, вентилятор. А то прям вентилятор, да, включался и все. Да.
Да, все, все дети с нами. Но все равно кого-то не хватает, да? Мы даже сели в машину. Все, ну, пойдемте. Только Андрюхи не хватает. Застегивайся, Антош. Намочиться. Ну да. Ух ты, какой прикольный. Я большой. Да, мы просто сейчас смотрим, мочиться нельзя, хорошо? И маленький нельзя трогать, потому что мы так намочимся. А Афоне надо потрогать. Задник какой красивый на сцене. А? Кофе будешь? Да, ты такая машина. Стоит кофе, да? Целая машина. Давайте какао. Давайте. Какао? Это нам. Что мы взяли? У папы что? У тебя ежевика? Раф, да, называется? Очень вкусная штука. Да, в общем, раф это прикольно. Порция кофе и сливки с сиропом, с ежевичным. У меня соленая карамель, но ежевика намного вкуснее. А у детей какао и маршмеллоу. Пошлите, пойдем. Пошлите. Маршмеллоу! Да. Они с маршмеллоу. Надо сосиски. Да это не сосиски. Это похоже на сосиски. На руле, глянь, руль так обмотан, как будто это сосиски. Афонечка, только смотри под ноги, хорошо? Все, сейчас едем за Гришей. Это просто вкуснятина. Да? Давай, да. Быстренько папа, дорогу перекрутим. Давай, 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 давай. Афоню за ручку. Понравилось все? Да. Не, папа, там это есть, это 16 лет такие горькие. Все, мы дома. Вот и вырос наш сын. Первый раз ездил сам в поездку без родителей. Где? Телефон. Сейчас я тебе позвоню. Итак, компьютер. Иди смотри, может у меня там он в рюкзаке, в машине. Пойди глянь. Я тебе звоню.